День отца отпраздновали в 557-й инженерной бригаде. Традиционно для военнослужащих и их родителей прошел военно-патриотический конкурс «Мужское братство». Особо важны для воспитания личный пример и поддержка отца. Поэтому папы вместе с сыновьями участвуют в семейных испытаниях, создав хоть небольшую, но крепкую духом команду. Я приехал к сыну, он здесь служит. Ну и да, в принципе, мне интересно, потому что я служил. И как бы, ну, праздник такой неплохой, и поэтому я люблю сына, я поэтому готов, он меня попросил, я приехал. Конкурс включает в себя ряд испытаний: стрельба из пневматического оружия, разборка и сборка автомата, медицинская подготовка, метание гранаты на точность, подтягивание на турнике и многое другое. Также участников праздника угощали солдатской кашей и горячим чаем. Итоги подводились по командным результатам. Победители получили памятные призы и подарки. Эти соревнования прошли в рамках недели родительской любви и стали своим вкладом в укрепление семейных традиций, сохранение и популяризацию семейных ценностей. Сегодня семья, наша белорусская семья, является под прицелом негативного информационно-психологического воздействия. И в нашей стране делается все, чтобы вот это минимизировать или не допустить. Потому что наши недоброжелатели понимают, что только на крепкой семье базируется и национальная безопасность, и сильная экономика будет, и вообще в целом жизнь в стране будет хорошей.